Новогодние праздники – это хорошая возможность еще раз проявить заботу и внимание, кому они особенно необходимы, оказать поддержку и помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в особом внимании. Руководство и сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Карголайн» в предновогодние дни провели благотворительную акцию «Миллионы километров успеха», доставив вкусные подарки многодетным семьям, людям с особенностями развития, ветеранам и детям учреждения здравоохранения Витебский областной специализированный дом ребенка. Детки у нас с 0 до 3 лет, их почти 100 человек, и поэтому требуют постоянного ухода, любви, внимания и поддержки добрых людей, которые не остаются равнодушными в Новый год. Благотворительность является небольшой, но важной социальной составляющей жизни организации. Никогда меня не забывают. И поздравления мне, и все. Я очень благодарна за все. Спасибо, дорогие. Заботу о нуждающихся в помощи и поддержке сотрудники компании проявляют не только в рождественские праздники. Они это делают постоянно. Ведь для добрых дел не нужно ждать определенного времени года. Спасибо компании «Карголайн». Прямо на улице нас застали, не ожидали от такого подарка. На Новый год очень приятно. Спасибо большое. От имени руководства компании «Общество с ограниченной ответственностью «Карголайн» хочу поздравить всех жителей города Витебска и особенно жителей Первомайского железнодорожных районов, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, детей учреждения здравоохранения Витебского областного специализированного центра дома ребенка и пожелать, чтобы в наступающем году было много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Я желаю всем вам в наступающем новом году быть красивыми, здоровыми, успешными и любимыми. И пусть эти новогодние подарки от нашей компании принесут вам радость. Витебский техноторговый центр «Гарант» – это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Беларуси и кабельный оператор Витебска. Техноторговый центр «Гарант» на рынке услуг нашего города с 1961 года и в этом году отметил свой 55-летний юбилей. Предложение, которое предоставляет техноторговый центр «Гарант» жителям города Витебска и Витебской области, включает в себя передовые мультимедийные системы связи, необходимые современному человеку для полноценного общения, развлечения и комфорта, домашний интернет, кабельное цифровое телевидение, интерактивное телевидение, а также мобильную связь. С 1 декабря обновлена сетка тарифных планов с учетом пожеланий и потребностей интернет-пользователей. В ней представлены как безлимитные тарифы, так и популярные тарифы с дифференцированной скоростью. Сегодня вам хотим рассказать о интересных новостях, произошедших в нашей компании. Произошли изменения в линейке тарифных планов, а именно появился новый пакетный тариф «Вместе». «Вместе» — это услуга 4 в одном. Важнейшие услуги электросвязи, безлимитные мобильные разговоры, цифровое интерактивное телевидение, кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в интернет. Данный тарифный план примечателен тем, что создается единый лицевой счет, что очень удобно, вам не нужно рассчитывать тарифные планы по отдельности. Второе преимущество – это скорость подключения. Подключение происходит по звонку и вызову специалиста на дом. Вам не надо сидеть в очередях и ждать. Все это предоставляется за 16 рублей 90 копеек. Дорогие наши пользователи, в декабре мы изменили линейку тарифных планов «Хит». Теперь полностью безлимитный интернет доступен вам на скорости от 10 до 50 мегабит в секунду. Также для любителей скачать большие объемы файлов и фильмы в очень хорошем качестве мы предлагаем «Хит ночной». Скорость до 100 мегабит в секунду в ночное время. Всеми любимый тарифный план «Формула 10» в декабре вырос до 15 мегабит в секунду. Уважаемые юридические лица, мы понимаем вашу необходимость в скоростном и надежном интернете, поэтому мы увеличили скорость на всей линейке тарифных планов «Бизнес» ровно в 2 раза. Поздравляем всех с наступающим Новым годом, здоровья, счастья, благополучия. Все большее количество абонентов компании предпочитают подключать пакет услуг от «Гарант», потому что телевидение и интернет вместе – это выгодно и удобно. Дорогие наши абоненты и жители города Витебска и Витебской области, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
и приглашаем вас посетить наш офис и получить подарки из мешка Деда Мороза. Это сертификат на товары и услуги от наших партнеров, а также сертификат на бесплатное пользование одной из наших услуг. Цифровое телевидение или интернет. Наш адрес – Московский проспект, дом 66. С наступающим Новым годом! Сосновый бор, живописный берег реки, окрестности с уникальной историей. И все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделала это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном 5-этажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесна Мазаловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище, на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесна, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетаются как идеальная гладкость поверхности внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещения. Помимо повышенной тепло- и звукоизоляции, у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, как только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадки, поскольку нагрузка на стены осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформации быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементно-стружечных плит. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин либо деформаций стен. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не являются несущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50%, заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Лужесна, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне, на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Лужесна Витебского района обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 41 47. Дополнительная информация на сайте vtp.by.